Привет, друзья! Все подписчики и те, кто только зашел на мой канал посмотреть. Сегодня будет интересное видео про то, как мы собираем камни. Вот. Как прицеп выгружает. У нас он прицеп самосвал. Надеюсь, вы оцените его. Так что видео будет интересно. Смотрим до конца и подписываемся. Также ставим лайки. Спасибо. Ну вот, мое новое видео. Хочу рассказать, как мы бетоблоку подцепили прицеп, собираем камни для стройки. Вот дорога, сколько камней. Очень много. Тут уже немного собрали, там дальше по дороге также много. Собираем с отцом, только начали собирать. О, сколько камней завалили. Дорогу очень новую, асфальт положили, подцепили гравием камней. Офигеть сколько. Ну, мы только начали. Вот. Так, ну что, собрали вот здесь. Поедем собирать дальше. Ну, где-то немного поставалось. Камни не очень. Где-то рассыпать что-то я. Все стараемся не брать. Берем более подходящее нам. Так, сейчас подойду. Вот сколько. Сыпано все. Просто сыпано все. Это гравия. Ну, камушки. Хорошенькие. Вот так, сцепка. Вот как у нас прицепляем. Навеска. Ну что, дальше буду показывать. Ну вот сколько их, как картошки на поле. Грубо говоря, каменная картошка около дороги. Охренеть, сколько их. Такой местности красивой. Вот. Уже набрали. Вот сколько. Буквально работаем. Может, минут 15. Очень быстро ведра набирается. Вот только пошел уже ведро. Так, ну что, друзья. Все собираем. Камней. Чем дальше едем, тем вообще картошки столько на поле не бывает. И здесь камней. Так, ну и набрали. Вот. Уже пол прицепа практически. Колеса надували. Стоят жигулевские. Эй, там они. Не важно. В общем, жигулевская R13. Надули. Видно, не видно, не вижу. Надули по 2,5 атмосферы. Вот, это уже начинает. Немножко прогинается, то тоже. Вот, ну что, будем собирать дальше. Ну что, все больше и больше насобирали. Вот уже появляется гора. Колеса еще начинает уже прогинаться. Вот сколько. Здесь все нормально. Держится ровно. Будем грузить по полной. Так, смотрим. Все нормально. Колеса еще держат. Камни еще есть. Уже по второй, это уже вторая сторона. Там тоже будем смотреть. Здесь. Вот. Каменная картошка. Есть, если бы столько бульбы было, вот сколько. Особенно мелкой. Кабаны бы, в синем смысле домашним, от смеха умерли бы. Из-за того, что мелкой столько. Вот. Дособираем, еще покажу. Пока буду собирать.
стой, сели в поездку. Практически полный. Колеса как мотоблок еще прокатил. Отлично. Возили мы на нем полненький доткат. Это еще не доткат. Практически, сейчас это колесо покажу, около куба камней, или около куба. Вот. Ну что, дальше смотрим, будем выгружать. Ну что, практически перебираем, сейчас будем выгружать. Сюда можем. Так, решили все-таки не сюда выгружать. Сейчас переедем. Будем разгружать к этим камням с той стороны. Вот с этой, не с этой отсюда, а туда. Вот сюда. Песку сюда играю. Сейчас он поехал разворачиваться. Приедет. Вот разворачивается. Будем сюда выгружать. Сегодня у нас очень хорошая погода. Так сказать, зима. Скоро март. Я не знаю, вообще мороза нету нормально. Сегодня только было 5 градусов. Что, едем? Стой! Как-то плоховато. Может... Снимаем борт. Задавило камнями, плохо открывается. Самый сзади что-то разгрузить. Чем хорошо самосвал крутит? Надо выгружать вручную. Ну да. Все готово. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Только будет на нем все интересное. Ну. Вот сколько выгрузила, штучка достаточно большая. Ну и кому понравилось, конечно, ставим лайк. До скорых встреч. Скоро новое выйдет видео. До свидания. Ну что, вот еще один рейд привезли. Так что видео немножко еще не закончено. Сейчас еще один рейд грузим. Вот. Уже камушки
подравнялись сами, пока съездили. Ну что, заезжает? Сейчас будем разгружать. Снимаем ведра. Снимаем борт верхний. Сейчас это отправим. Тянет нормально все, не доставали нигде, побольше не ехали. Вот так борт в сторону всплывает, а приходится назад. Так, сейчас приходится мне встать. Ну ладно. Вот так. Так выгрузилось. Ну что, вот под камней. 35, наверное. Сейчас. До свидания. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. На канале будет только интересно.